Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка от одного продавца. Здесь у нас бытовые кухонные какие-то там принадлежности. Вышло это все очень дешево. Давай распакуем и посмотрим, что внутри. Здесь какая-то дырочка. Наверное, на таможне смотрели, что здесь. Потому что здесь все тарахтит. Итак, первых три товара. Это у нас вот такая вот сетка. Она стоит около 10 центов. Раз, два. И заказал вот таких вот еще три разных размеров. Я думаю, пригодится. Пускай будет, так как посуду нужно мыть очень часто. А в магазине у нас вот такая вот одна штука стоит около 20 центов. Так что, в принципе, экономия есть. А там, может, уже и дороже. Я давно не покупал, так что вот решил. Мелочь была какая-то. Вот. Следующий товар купил вот такой вот на 3 стакане. Прикольно под лимонад какой-нибудь на природу взять. Самое оно, лето начало. Не жалко будет, если раз. И следующий товар, вот такие вот перчатки размер L, чтобы также мыть посуду и, возможно, там ванну, унитаз. Давайте померяем. В общем, все, что связано с химией, можно вот в этих перчатках мыть, не боясь за свою кожу. В принципе, нормально, все подошло, даже вообще идеально, свободненько. Смотрите, вот так вот они у нас почти до локтя закатываются. В общем, классно. Здесь вот такая вот структура интересная, чтобы они не порвались. И чтобы было удобно что-то держать, там мыть. Нормально. Приятный материал. Резиновый. И можно вот так вот кому-то. На, китаец. В общем, я рад, все подошло. Все ссылки будут, как всегда, в описании. Ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте. Спасибо за просмотр, пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.